вашими услугами. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю? Вам надо уйти. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Вроде брошенная. Так, отойди-ка. Тут сухо. И нас тут не найдут. Я не хочу тут спать. Давай еще поищем. Мы переночуем здесь. Сейчас нам важно спрятаться. Всего одна ночь. Thank you.
Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Мы с тобой всегда будем вместе. Всегда.
Алиса, просыпайся. Значит, это был не кошмар. Нет, это был не кошмар. Как ты? Я замерзла. Что теперь будем делать? Тот андроид вчера вечером дал мне адрес, сказал, там помогут. Вон там, за той дорогой, ходят поезда. Может, рядом станция? Пройдем чуть-чуть пешком. Тогда пошли. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Нас ищет полиция. Ладно, пока это все. Вы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найду, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Она села на первый же автобус. Дивное решение, под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Они. Эй, стоять! Полиция! Повторяй. Они побежали в сторону станции. Не стреляй, нужна живой! Охренеть! Вот дает! Эй, куда собрался? Нельзя их упустить! Расслабься! Их сейчас в лепешку раздавят! Я не могу рисковать! Эй, ты что, охренел? Погибнешь! Не смей за ними гнать! Коннор! Мать твою! Thank you.
Все нормально? Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас. Располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида. Он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах? Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем.
Алиса, нам больше некуда идти. Придется рискнуть. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Thank you.
Нет. Этого не может быть. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной, только тихо, ладно? Лютер! Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Златко. Златко! Что? Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть? Но прячется где-то! Чего встал-то? Ищи давай! Иду! Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Поймаешь или нет?
чертова машина. Надо было сразу ее разобрать, как только за порог пустили. Девиантов всегда проблемой. Нельзя останавливаться. Мы должны быть смелыми. Я знаю, что ты здесь, подлая тварь. Вылезай! Тащи фонарь. Со стола возьми. Давай, выходи уже. Да не бойся ты меня. Мы просто поговорим. Ну да, не стоило стирать тебе память. Это я уже и сам понял. Короче, вылезай, все будет хорошо. Я помогу вам. Подумай о девочке, как ей сейчас страшно. Давай по-хорошему. Вылезай, я ничего тебе не сделаю. Ну что, нашел? Нет, Златка, пока ищу. Тогда шевелись, ты тупая колода! Они мне нужны, ты понял? Ну, ты мне за это заплатишь, сука. Ты мне заплатишь по полной. Я понял, где ты прячешься. Игра окончена. Сейчас ты мне за все ответишь, маленькая дрянь. Мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин!
Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять.